Здравствуйте, коллеги. Вновь пресс-центр retail.ru ведет свою работу с выставки ProdExpo 2021. Рядом со мной прекрасный спикер. Здравствуйте. Скажите, как вас зовут, какую компанию представляете? Добрый день. Меня зовут Екатерина. Я представляю компанию Vastego, которая занимается производством консервированной продукции. Очень интересно, где вы базируетесь, где ваше производство? Производство территориально находится в Беларуси, город Брест. Прекрасно. Нам интересно, получается, ваш ассортимент, где вы берете сырье, как делать, может, про производство тоже нам что-то расскажется. Конечно. В нашем ассортименте оливки, оливковая группа, овощная группа, это огурцы, томаты и патиссоны, наша новинка, грибная группа и новинка этого года, это фасоль в жестяной банке. Замечательно. Вы на нашей выставке впервые? Вы к нам приезжаете вот не первый год, расскажите. Вообще наше производство уже порядка 15 лет функционирует, и думаю, что на выставках этих мы там, может быть, с основания. Последние годы, лет 5-6, мы точно каждый год на этой выставке. Замечательно. Как для вас проходит выставка? Вы уже с кем-то познакомились, поздоровались, пока, может быть, контракты какие-то заключили. Может быть, нашли интересных компаньонов, которые могут помочь вам в вашей прекрасной продукции? Конечно. Мы приезжаем на выставку в качестве гостей, общаемся с контрагентами текущими, естественно, с этого все начинается, и стараемся расширить рынок сбыта. Сегодня, конечно, и вчера тоже это происходило. Расскажите, а насколько ваши отношения с российским ритейлом сейчас открыты? Вы приехали на выставку для того, чтобы завоевать еще больше рынка и представления в наших ритейлах федеральных, да? Конечно, нет предела совершенству. Мы уже во всех федеральных сетях, мы в ряде региональных сетей, но стремимся расширить и ассортиментную линейку, и, собственно, рынок сбыта. Замечательно, я уже понимаю, почему. Я не вижу продукта, но я вам уже верю, уверен, что все натурально, вкусно и полезно. И хочется пожелать увидеть вас в следующем году. И надеюсь, вы придете уже не с пустыми руками. Мы обязательно с удовольствием всей нашей съемочной группой попробуем ваши прекрасные консервы. Конечно. Исправим к следующей выставке. Привезем вам образцы. Спасибо большое. Вам спасибо. До свидания.